ребята, всем привет! С вами снова я, профессионал енот, Фиалка и Нубик. Поздоровайтесь! Да привет, ребята! Ты тут наломал уже, блин, хорош! Я могу такой ломака. Короче, ребята, сегодня мы будем рисовать снова вот этими волшебными кисточками. Все, что мы нарисуем, короче, все превращается в настоящее. То есть, да. Нарисуем кирку, у нас появится кирка. Нарисуем деньги, у нас появятся деньги. Тортик, появится тортик. Ну или если нарисуем свинью, то станем свиньей. О! Все готовы, значит, к сегодняшней художественной процедуре, а? Да, все готовы. Кисточки у всех есть? Да, у всех. Итак, сегодня, ребята, мы будем рисовать, значит, первое это у нас... Стой, а если ты прямо сейчас подпишешься на канал и поставишь лайк, то завтра под подушкой найдешь айфон. Один из моих подписчиков уже нашел его. У, что это, реально айфон? Я поставил лайк и подписался на канал. Вот, Соник, второй, наверное... У нас будет синий радужный друг, ага. А третьим будем рисовать Хаги-Ваги. Ну а и четвертый? напоследок, прям босс, это у нас будет Наб-Наб. Нарисуем Наб-Наба и посмотрим, у кого какой получится Наб-Наб, короче, и у кого потом какой появится Наб-Наб. Интересно, а я когда стану Соником, я буду быстрым? Не знаю, скорее всего, это же Соник, он же быстрый. Это было бы здорово. Ладно, я предлагаю, короче, начинать рисовать. Давайте. Слева вверху, да? Давайте. Начинаем рисовать. Итак, первым у нас будет Соник, конечно, да. Сейчас мы, ребята, такого тут Соника сделаем. Да, это точно. Так, делаем вот так вот. Вот так вот делаем, хорошо. Фиалка, ты там как? Готова рисовать все это дело? Да, я уже рисую. Это хорошо, это замечательно. Вот так. Я тоже уже в процессе создания, так скажем, шедевра очередного. Надеюсь, получится прикольно. Так, сюда. Вот так, это потом мы лишнее, короче, вот так берем. Хоба. И все, избавляемся от всего лишнего. Дальше берем, короче, снова так, вот эту тему. Свет. Как мне вот здесь. Вот так, и сюда, тут тоже лишнее убираю. Смотри, все рисуют, короче. Ага, все заняты делом. Да, так. Вот я вот уже так. На нормальной такой стадии рисовки, если что. Хочешь сказать, что ты уже все? Не, ну что, ну еще не все. Еще надо поработать, так скажем, немножечко. Вот, чтобы... Это фига ты быстрый, конечно. Да в смысле, я же сказал, еще не все. Ну все равно, блин. Если сюда. Не все, тогда чи. Рисуем под крадули. Так. Сюда делаем вот так. Класс. И вот так. Потом делаем вот так и вот так. Во, пойдет нормально. Так, здесь делаем то же самое. Хорошо. Ребята, кому понравится мой Соник, обязательно пишите в комментариях. Потому что я считаю, что он будет просто шедевральный, так скажем. Вот. Так, вот делаем сюда. Это ты моего еще не видел. Фиалка, да, у тебя там какой, бомбезный Соник получается? Ну, я еще не закончила, поэтому посмотрим. Окей, обязательно посмотрим. Так, значит, нам надо, ребята, вот здесь. Какой-то вот так вот раз. Что там у тебя уже вырисовывается? Да ничего! Так, нормально, у меня тут тоже уже такое вырисовалось, капец. Ну-ка, сюда берем вот так делаем. Хорошо, и делаем вот такую тему. Ребята, кто узнает вот эту тему, короче, пишите в комментариях. Так, мы теперь, короче, берем и заполняем всего этого красавчика. Нет, подожди, еще не заполняем. Еще надо вот здесь сделать, короче. И я думаю, что... Можно теперь заполнить, попробовать. Да, нормально, работает все. Так, еще нам надо вот это, короче, дело будет сейчас тут вот так вот так, сделать. Зеленый, оп. Оп, вот это лишнее убираем отсюда, все, вот зеленый, так вот. Зеленый. Хорошо. Черный. Хорошо, дальше заполняем. Бэм, бэм. Делаем вот так. Бэм, бэм. Во. Что там у тебя такое, блин? Подожди. Ты что там так смеешься, капец, Нубик? Да, ну-ка. Я-то... Ничего, нормально все. Я так понимаю, там какая-то веселая штука, да? Ну да. Какую-то кринжатину нарисовал, да? Подожди, я тут в процессе. Так, Фиалка, у тебя там как? Ну, уже скоро будет все. Я все.
Ща, погоди. Ты, конечно, быстрый молодец, но еще не все. Да, мой шедевр готов, ребята. Вы только посмотрите. В общем, кто считает, что это похоже на Соника, пишите в комментариях. А я тут сейчас еще... Так и быть, пишите, последние... Когда наши рисуночки увидите, тоже пишите, похоже или нет. Да. Потому так. Что это капец, оп. Я считаю. Короче, все, да, наверное, я закончил. Сейчас еще вот так вот сделаю, вот так. Опа. Капец. Опа, все, подкрадулины такие готовы. Вот так. Так вот. Блин, и... тут заехали. Вот так вот. Во, все, ну теперь я точно готов, короче. Так. Ага, хорошо, немножко подожди, ладно. Давай, ждем Нубика. Все, я, короче, тогда есть? Сюда... О, мы Соники! Ого, какой я быстрый! Нифига себе! Я реально быстрый! Ого! Мы все втроем, короче, превратились в Соника. Я, кстати, смотрите, я могу уменьшиться могу. Ава! Ого, нифига себе! Суперскорость? Нет, что у тебя ж, а? Я говорю, у тебя красный должен быть. Он в смысле? Этого... Красный это Наклз, а у меня Соник. Ну так... Блин, ну ладно, хорошо. Ну вообще это Наклз. Ну в смысле? Наклз красный. Ты чё, Нубик? Совсем что ли путаешь? Ну ладно, хорошо, уговорил. Ага, чё ты красного не нарисовал? Ты же Соника рисовал? Вот и я Соника рисовал. Ну ладно, всё. Короче, ребята, пишите, у кого прикольный Соник получился. Вот, кстати, у тебя, смотри, один глаз, короче, белый, а второй серый. У кого? У тебя, Нубик, у тебя. Да? Где ты там серый увидел? Там зеленый? Не, ну в смысле белый, вот это вокруг глаза. Не белый он, а серый, я тебе говорю. Ну ладно, хорошо, уговорил. Короче, ребята, вот такие мы Соники. Втроем, короче, здесь вот бегаем. Блин, прям вообще... Я побегать хочу, чё я на месте стою? А я не знаю, чё ты. Надо, короче, это чё, кольца собирать там или чем Соник занимается? Да. Блин, ну да, точно. А где? Можно еще доктора Эггмана отмутузить, короче, где-нибудь найти. В общем, я предлагаю переходить ко второму нашему, значит, подопытному рисунку. Вот. Нифига ты как, ты что, зубами рисуешь, что ли? Ты? Я? А ты на себя посмотри теперь. Мы все зубами рисуем, походу. В общем, сейчас будем рисовать синего радужного друга. Это, конечно, будет то еще, значит, такое дело. Давайте справа. Справа? Да. Ну, давайте, хорошо, давайте справа начинаем тогда. Да, итак, синего радужного друга. Вот это, конечно, будет уже посложнее задача, потому что... Как бы тут немного все сложнее. Так, давайте тогда делаем вот так. Ага. Делаем вот так, ребята. Вот так вот сразу делаем. Ладно. Опа. Хорошо. Здесь делаем голову. Вот такую вот большую. Так, сюда делаем еще одну руку. И здесь делаем вот такую вот корону. Опа, все замечательно. Так, делаем здесь рот. Вот так вот. Есть. Делаем, короче, еще... Наверное, давайте сразу все это дело закрасим. Почему теперь бы и нет? Руки. Так, будем мы красить вот в такого. Вот так вот. А потом еще сделаем, короче, вот такую тему. Оп. Вот так аккуратненько пройдемся. Пройдемся вот здесь, в этих всех местах. Вот так вот сделаем. Так. Опа. Слушайте, ну я не хочу хвастаться, но я уже практически дорисовал. Ого! Ну ладно, у меня тут тоже на самом деле немного осталось, если честно. Так, ну-ка, Фиалка, я так понимаю, ты там еще рисуешь, да? Да, я еще рисую. Так, ну давайте, я тоже пока еще тут как бы художничаю. Ну-ка, но я уже близок к завершению. Так, делаем вот такую тему. Еще вот так. О, неплохо. Так, теперь надо сделать глаза. Глаза. И у него... А, пускай будут вот такие вот глаза, да? Да, как бы... То, что нам скажет, ребята, никто да ничего не скажет. Но вот так вот и делаем сюда вот эту тему. Все, смотри, какой. Корона осталась. Корона, точно, корона. Короче, мне нравится. Я готов, друзья. Все, у меня уже получилось. Я тоже дорисовал. Смотри, какой. О! Подожди! Я уже, слышишь? О! Так, а у нас есть какие-нибудь эффекты?
Нет, ничего у нас нету. Мы просто синие радужные друзья, капец. Иди сюда, обниму. Не надо, слышишь, ты, давай. Борьба, поехали, давай, навалились. Какая борьба, я, блин, обнять тебя хочу. Нормальная борьба, обычная, короче, греко-римская. Так, а что мы здесь? Ого, подожди, нифига себе фиалка сделала. Он синий. Слушай. Так, Анубик, а у тебя что? Ну, у тебя обычный вот слюнопускатель, ну, да? Да. А у меня вот такой добряк, короче. Блин, у фиалки вообще, по-моему, самое крутое получилось, слышишь? Ну да, реально. Только руки такие большие, что не влезли. Нифига. Больше были бы, если влезли? Да. Это в натуре жестко. Слушай, ну превратилась ты-то в толстого синего радужного друга. А я еще не накачалась, понял? А-а-а, ну тогда ладно, тогда как бы это все меняет, всю эту суть дела. Короче, вы, кстати, заметили, что у нас сегодня чисто синие персонажи. Кстати, да, реально. Полностью синие все персонажики. Так, ладно, давайте переходить к следующему. Что там говорил? Хагиваги следующим будет, правильно? Давайте слева снизу рисуем Хагиваги. Да, слева снизу Хагиваги, короче, поехали. Хагиваги нарисовать, это тоже будет прям, ребята, жесткая тема. Я не знаю, конечно, как как а это все совмещу. Знаю. Ну, короче, начинаем все это дело делать постепенно. Давайте, короче, что, сделаем вот так вот. Оп. Вот так вот. Вот. Ой, что-то это прям вообще плохо. Так, давай лучше снизу начнем. Вот так сразу обозначим морду. Хагиваги. Вот так. Вот так. Вот так. И вот так. Вот такая будет, короче, морда Хагиваги. Все, нормально. Я тут разрулил, короче. Здесь будут глаза. Здесь мы делаем, короче, лицо. Хагиваги. Делаем, короче, такие большие у него будут, короче, губы. Будет такой забавный. Забавный парень. Так, делаем глаза. Нет, ну что-то я тут сильно, по-моему, уже полетел. Вот так вот делаем. Один глаз. Так, пасть. Вот так вот будет второй глаз. Все, нормально. Я, короче, тут сделал. Так, сейчас мы тут немного подтираем. Подтираем. Блин, ну нормально, слушай. Мне понравился, кстати, вот этот предыдущий синий радужный друг, который у фиалки получился. Ну да. Он прям такой забавный, забавный. Так, мы делаем... Ой, тихо, у меня тут стиралочка стоит. Так, глаз делаем сюда один. Вот так вот. И вот сюда. Ага. О, так, вот такой будет, короче, парень. Вот так вот надо так, сделать. Так, делаем шею. Вот шею. Тут у него будет, короче, вот такой мех. И рука такая пошла. Все нормально. Здесь дело идет. Так, давай рисуем здесь. Теперь здесь тоже будет там какой-то вот такой мех у него. Вот так вот. Руку обозначили. Хорошо. Дальше делаем сюда. Тут у нас тоже будет такой мех. И вот так будет, короче, рука. Так, вот чё, такой. Хоба. И здесь вот так делаем. Вот так. Сюда заводим руку и дорисовываем тело. Все, смотрите, у нас, короче, уже получился такой неплохой контур, я хочу сказать. Давайте сделаем на него вот такую штуку еще. Вот так сделаем. Потом вот так сделаем. Ой, ну это тут что-то уже не туда поехало. Вот так делаем. Во. Нормально. Все заняты, короче, рисованием, конечно, сосредоточены. Конечно. Пытаются все по-быстренькому сделать. Так, давай. Вот так вот. И глаз. Делаем сюда. Так, глазки. Сюда, неплохо. Зубов? У кого? Конечно. Биваги. А ты думала? Ну да, он же такой кусючий. Так. Может, нужно это, кушать? Кушац, да, без кушац никуда. Кто любит кушац, как бы тоже, как бы, я думаю, вы поддержите всю конечно эту ситуацию. Так, давай, я значит... Я прошу, что ему надо много зубов нарисовать. Ну, ничего. Сейчас посмотрим, кто как справился с этим заданием. Давайте, а я, короче, увидите, как справлюсь. Обыграю систему, так скажем. Ага, обыграю всё систему, да? Да, хорошо. пришло время, короче, красить. Ой-ой-ой, так, тихо, тут что-то пропуск. Так, вижу, ну я думаю, пропуск. Я справился, наверное. Уже? Меня... Ну да. Нормально, по-быстрому, Нубик в этот раз, короче, там все это дело закончил. Разрулил, да. Так, ну я... Ну, как вы хотели. Мне еще немного остается, короче, и я сейчас докрашиваю тут буквально чуть-чуть, и тоже все как бы я закончил уже. Так, мы сюда берем,
заполняем вот это дело, вот это. Здесь мы, короче, вот это вот убираем, как бы лишнее, да. Это нам не надо тут такое дело. Все, вот это тоже тут можно вот так сделать. И вот эту тему берем. Бэмс. Ага, подожди, вот тут еще момент пропустил. Ой, давайте, тихо. Давайте. Да все, все, фиалка, тебя много там еще? Так. Сейчас ему вот. Шерсть нарисую и все. Я все, короче. Справился? Да, о, да, да, уже справился. Все, так, я закончил я... сюда. Все, смотри, короче. А? Нифига! Офигеть, что у тебя мы теперь все превратились вот в таких волосатых хагиваги. Ё-моё, мы прям как шуба какая-то, пальто. Так, у фиалки тут вообще какой-то игривый. Игривый хагиваги. Ага. Это как, знаете, сфинкс. А? Это у тебя, наверное, из мема какого-то опять, да? Ну, не знаю, ну просто хагиваги, типа. А, я не похож. Ну, чуть-чуть есть такое. Да, реально. Так, а у Нубика, короче, у тебя вообще как какой-то кот синий, слышишь? Кот синий? Нифига себе, блин. Какого кота я бы себе не хотел. Рот как капкан, нормально, короче, слушайте. У него 14 зубов. 14 зубов? Нормально. Да. А у тебя тут не сочетать, наверное. Да, там все вообще капец, там пасть страшная у него какая, ты посмотри. Реально. А у меня такой, типа... Всем привет. В общем, теперь настало время для самой финальной стадии нашего волшебного рисования. Ребята, будем рисовать Наб-Наба, и потом попытаемся в него превратиться. Вы же понимаете, да, все, что вы нарисуете, как бы то и появится. Ну, конечно. Короче, давайте начинать. Место у нас тут осталось у всех, да, справа снизу. Да, выбираем, поехали. Короче, всю эту историю и начинаем... Снова, значит, синий, надо же. Блин. Рисовать. Да, и снова синий. Я же говорю, все синие сегодня. Капец. Это прикольно. Так, давай, значит, делаем вот так вот. Опа-на. Неплохо. Мне нравится, как я сделал вот этот замечательный овал. Так, потом делаем вот здесь такую тему. Вот здесь вот такую тему. Ребята, сейчас все будет. Сейчас все будет замечательно. Так, мы делаем, короче, вот сюда. Вот так вот. Какие у меня круги ровные получаются, я в шоке. Да ты капец, блин, вообще обалдел. Так, давай сюда. Вот сюда, так, и нам вот надо еще, короче, ой, ну это куда? Это вот слишком. Это сейчас мы убираем, а вот это возвращаем, короче, сюда и делаем вот здесь вот такое, так, вот. Во, пойдет, нормальненько. Так, дальше нам надо сделать как бы его вот эти вот псевдоруки, наверное, потому что у него же они есть. А у него же такие без пальцев руки. Ага. Ну что? Ну и то. Ну, псевдоруки. Ну да, ну руки, я же что, против имею, что ли, рук этого Наб-Наба? Ничего против не имею. Так, давайте сейчас, ребята, сейчас мы вот так вот сосредотачиваемся здесь. И так, рисуем, ага, просто шедевр. Так, ну-ка давай вот сюда. Так, ага. Не, давай лучше сверху начнем. Глаза. Опа, она, все. Дальше стерочкой вот это вытираем. Так, давай сюда. Вот так вот, делаем. Делаем. Еще будет один очень важный этап — нарисовать зубы. Зубы — это просто кошмар, потому что у Наб-Наба их очень много. Да, очень много. А у кого их больше, у Хагиваги или Наб-Наба? Наверное, кстати, хороший вопрос. Наверное, я даже не знаю, если честно, у кого. Но мне тоже кажется, у Хагиваги. Но у Наб-Наба они такие, более огромные. Да, они так. Большие просто. Давайте делаем вот сюда. Вот сюда. О, слушайте, так еще неплохо-то выходит, ё-моё. Ага. Вот это плохо получилось. Так, только сказал, и сразу, короче, этот косяк. Ну да, поэтому не надо ничего говорить. Ну в смысле, надо говорить, чтобы понимали, на каком этапе я тут иду уже. А, так. Ну, так, блин, как ему тут этот зуб сделать? Давай, вот так вот, вот так вот. О, ребята, вы только посмотрите. Теперь надо обозначить глаза. Вы только посмотрите на этого Наб-Наба. Это что за красавчик такой, ё-моё. Что там у тебя? А я ему уже шапочку рисую. А я уже все сделал, вы прикиньте. Ты уже все сделал? Как ты, блин, реально, у тебя это от Соника осталось, короче. Скорость, суперскорость. Да. Так, давайте все-таки еще вот это вот чуть-чуть, короче, сделаем вот так вот. Эх, ладно,
что там, шапка, блин. Вот так и вот так. Вот эту вот тему убираем. Так, делаем, короче, вот так. Хоба. Ой, ну. Так, сюда. И вот эту штуку нам надо сделать вот такой вот. Оп, оп. Все. Я готов на 100%. Вы готовы? Я тоже почти. Я тоже готова. Да, я готов. Все, смотрите, нифига себе. Я, короче, сделал. Подожди, я уже наб-наб. Ой, я тоже. Мы все уже наб-набы. Смотри, Ава, можно, короче, капец, мух ловить языком. Итак, давайте посмотрим, кто тут что нарисовал. Смотри на меня так. Да, слышишь, в натуре такие глазастые все. А чего вы глазами своими шевелите, а? Поглядывают туда-сюда. Смотри на меня так. Короче, вот такой наб-наб получился у меня, ребята. Вот такой у Нубика. У тебя зубы, слышишь, вообще как какая-то это... как вот это... Мясорубка. Здоровые, крепкие. Наверняка можно было собрать. Уже, наверное, многих сожрал, потому что они такие овальные уже, знаешь, как камни. Да, надо подточить. Как камни на море такие, слышишь, вообще. Да, надо подточить. Так, а у фиалки тут тоже, видимо... рот вот этого Хаги-Ваги перешел, короче, в рот для наб-наба. Нифига. Шляпа модная, на стиле. И глаза смотрят влево. Смотрят, короче, на этого Хаги-Ваги. Видишь, я раскрыл. Я раскрыл всю схему. Качняк. Наб-наб забрал рот у Хаги-Ваги. Мы все поняли, короче. Да. У нас тут чисто синяя такая доска получилась, вообще прикольно, мне нравится, слушайте, нифига. Да, мне тоже нравится. Ну, ребята, можете написать в комментариях, какой из всех рисунков и персонажей вам понравился больше всего, а мы будем уже потихонечку как бы заканчивать эту серию. Если понравилось, обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал и не забывайте активировать колокольчик. А с вами, как всегда, были мы, Три Наб-Наба. Всем до скорой встречи и пока-пока-пока-пока, ребята! Ребята! Пока-пока!